уверена, что это здесь. Здесь. Этой шпаны тут что-то вроде бухгалтерии. Господи, зачем вы меня сюда приволокли? Да ладно, не нойте. Вы ведь говорили, что они не могут знать вас в лицо. Они могут мне его испортить. Ладно, пора. Идите, идите, молодой человек. Я желаю вам удачи от всей души. Не будьте ребенком, Суль Соломонович. Вам не удастся сбежать, потому что вы идете вместе со мной. Я? С вами? Молчать! Выйти из машины! За мной! Марш! Солдафон! Хам! Слушай, что такое, а? Ничего такого. Это случайно не жил соцуправления? Ты кто такой? Ты почему вопросы спрашиваешь? Убрать? Да я тебя сейчас по стенке размажу. Вон! Убери ты их! Вы знаете, я часто слышал о том, что армия очень полезная вещь для молодых людей. Но только сейчас вижу, что это таки правда. Прямо сейчас нужно ехать еще в два места.